23, 25 и 29 августа Стерлитамакский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора проведет горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты Диля Субботина и Светлана Карасева ответят на вопросы, а также при необходимости расскажут о требованиях санпина к детским товарам. Телефон горячей линии 20 94 62 и 43 90 39. Звонки принимаются с 14 до 17 часов.